Ну, пошла. Ну. Опустелый земной покров, древних склонов, лугов, ложбин. Еще помнит стада коров и пожарище всех равнин. Снова ночь, как зола из печи глядит. По периметру занять позиции! Простите, пожалуйста, мне на ту сторону попасть. Вот, барышня, идите, нынче сюда нельзя. Ну, а если я быстро? Зашибут, барышня. Пожалуйста, мне же в госпиталь, два шага. Ну, идите, только быстро. Спасибо. Короткий вдали! Кругом! Внимательно смотрим! Шагом, мам! Никого не пускать! Вепцы держу. Раз! На рубеж! Раз, два, три! Короткий колей! Круга! Шалая! И пока ее стремена туги, она рвется вдаль, одичалая. Добрый день. Здравствуйте, ваш. Даша! Не узнаете меня? Я Елизавета Расторгуева. Квартира Телегина Ивана Ильича. Вы приходили к нам, помните? Да. Конечно, помню. Слава Богу. Послушайте, у меня к вам просьба будет огромная. Я знаю, что ваш зять Николай Иванович работает в городском союзе. Вы не могли бы у него попросить за меня? Просить? Ну да. Работы совсем нет, и жить решительно не на что. Меня устроит любая. Ну, хотелось бы, конечно, в санитарном поезде. Хорошо, я сегодня же поговорю с Николаем. Вы приходите завтра сюда же. Спасибо. Хорошие времена были. А ныне... Кто где Жирин на Кавказе, Сапожков на фронте. А где Иван Ильич, вы знаете? Ну, вы вроде хорошо знакомы. Он пропал. Я его страшно любила. Страшно. Страшно. Страшно.
А немцы-то кормят по-божески. Заткнулся бы ты, дурак. Сам и заткнись, бывшая твоя благородие. Ты как смеешь? Да так и смею. Мы с тобой равные теперь. Оба в плену. Молчать! А что это молчать-то перед пленом, а? Ты погляди-ка, а? Кто же мне начальник? Значит, вот как? Значит, немцы тебе теперь начальство. Они и кормят, и жить дают. Надо было давно с ними побарататься, а тебе в морду твою гладкую плюну. Сестричка, я с ногой своей распрощался. Зачем я теперь градусник? Есть температура или нет? Какая разница? Есть разница. Понял бы я, если бы мы на своей территории воевали. А так, за имперские амбиции государя нашего жизни свои кладем. Совестно вас слушать, господин поручик. Что значит имперские амбиции? Да Галиция была наша еще при Владимире Красносолнышко. Сейчас мы просто возвращаем наши земли. Это наша Червонная Русь. Там живут русичи, и они только и ждут, чтобы вернуться в лоно России. А вот лично мне эта Галиция даром не нужна. Мне нога моя нужна. Вот объясните, ротмистр, ради чего я ее лишился? За нашу великую державу. Это все лозунги. А правда жизни в том, что у меня есть невеста. Была, потому что я ей сейчас даже написать не могу. Зачем ей нужен такой калеченный? Ваша невеста, наверное, ждет от вас вестей, господин Головин. Вы бы уж написали бы ей. Нет. Не хочу дорогого человека. Жизнь калечить. Тверь, Козловский тупик, дом Головиных. А зачем вам? Письмо напишу его родным. Они же, наверное, знают его невесту. Пусть приедет, поддержит его. Да. Правильно. Вот, дружочек. Податель всего обратиться в Красный Крест. Спасибо. Ну, мне-то за что спасибо. Это твоя знакомая, как ее... Расторгуева Лиза поедет туда, где стреляют. Впрочем, не скоро еще поедет. Нужно дождаться, пока сформируют эшелон. А Катя все не пишет. И никто не пишет. Как будто их нет. Или нас уже нет. Ах, Дашенька, дружочек. Надвигается что-то страшное. В жизни ничего не осталось. Ни любви, ни тепла, ни покоя.
одна ответственность. Одна сплошная ответственность. Ну вот, пожалуйста. Спасибо. Лиза, зачем же непременно в санитарный поезд? Вы могли бы вот хоть у нас в госпитале работать? Нет, работа в госпитале — это для вас, Дарья Дмитриевна. А мне на фронт. Вы такая бесстрашная. Дело не в бесстрашии. Дело в Иване Ильиче. При чем здесь Иван Ильич? При том, что вы страдаете, что он пропал. И ничего не делаете. Вы ждете, вы плачете, за больными ходите. Все как в романе. А я за него в самое пекло полезу. Я его найду. Жизнь за него отдам. Если нужно будет. Вся разница между нами. Дарья Дмитриевна, до сих пор не переоделись? А пациент, между прочим, уже в операционной. Да, простите меня, пожалуйста, сейчас. Кстати, вам сестра звонила. Сестра? Ваша сестра. Девочка моя.
Ну что ж, за то, что все мы опять вместе. Да. А согласись, душенька, где бы русский человек ни находился, на родину-то тянет. А там мне ужасно хотелось, в Россию. А вот приехала и теперь, наверное, буду скучать по Парижу. Да скучаю, если хочешь, ты только не уезжай больше. Не уеду. Как я рад, что ты вернулась. Ты не представляешь себе, как я рад. Пойду покурю в кабинете. Марфуша! Марфушка! Чай подашь в кабинет. Создана для того, чтобы ходить медленно. Ой, Господи, спасибо тебе. Катя, ну то, что не рада, что ты вернулась. Почему не рада? Рада. Тебе, потому что ты рядом, и я могу тебя обнять. Как у вас с Николаем? Простили друг друга. Какие же теперь счеты, жизнь так изменилась. Ты вот в госпитале работаешь, и Николай сказал, Иван Ильич твой пропал без вести. Пропал, не погиб. Ты помнишь, Лизу Расторгуеву? Смутно. Она едет на фронт. Хочет найти Ивана Ильича, говорит, что любит его так, как я любить не умею. А ты разволновалась, да? Но ведь если он жив, она его найдет и будет с ним рядом, значит, она сильнее меня. И больше достойна любви, разве нет? Если любви достойна та, что просто рядом, это не любовь. Марфуша! Мне чай до утра дожидаться? Галиция, здесь всегда теплее. Добрый день. А где лекарь? За столом, прошу вас. Но. Что в вас царит коварство, знаю. Господа. Но я вас все-таки люблю. Елизавета Расторгуева, санитарка. Направлена в летучий лазарет. Вы лекарь? Ну, я лекарь. Ну, все потом, потом. У нас тут праздник. Пьем за награждение поручика Жадова! Ура! Ура герою! Иван Ильич? Иван Ильич? Я не Иван Ильич. Вы ошиблись, барышня. Присаживайтесь. Не стесняйтесь. Ну, давайте, присни. Еще раз за поручика Жадова, давай! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Жадов, это я. Ну, чтобы вы знали. Поручик Жадов представлен к награде за стойкость и мужество в бою. Ну да. Как напьюсь, сразу иду к окопам неприятеля и ругаюсь на них на четырех языках. Ничего подобного! Вы герой! Ура герою! Ура! Не слушайте их, сестричка. На войне героев нет. Есть честолюбцы. И дураки. Все. Даже когда вы идете в атаку, это не геройство? А в атаку не идут. В атаку заставляют идти. И вот те, кто идут, те трусы. И вы трусы? И я трус. Зато и наградили. Пейте.
Я пойду. Устала с поезда. Что хотите? Ты знаешь, что я хочу. Как только зашла, я сразу понял. Берите руки. Я буду обладать тобой. Ты чего это взяли? Я так хочу. На землю! Вот этим самым яйцом мы ухлопаем Германию в смятку. А у немцев-то дают по одному яйцу на человека 2 раза в месяц. Как вам это понравится? Говорят, у них уже дети без кожи начинают рождаться. Прости, Господи. Нет. Бисмарк им, дуракам, говорил, что с Россией нужно жить в мире. Не послушались. Пренебрегли нами. Вот теперь, пожалуйста, 2 яйца в месяц. Николай, когда дети рождаются без кожи, это ужасно. Все равно, у кого рождаются, у нас или у немцев. Прости, Катюша, но ты несешь чепуху. Когда каждый день убивают и убивают, это так ужасно, что не хочется жить. Ну, что ж ты хочешь, моя милая? Приходится на собственной шкуре начать понимать, что такое государство. Правительство по старой привычке еще продолжает коситься на общественные организации, но всем уже ясно, что... Ему без нас не обойтись. Дудкис! Мы его за пальчик, а потом и за руку схватимся. Я очень оптимистично настроен. Примените мое слово, девочки. Война кончится тем, что у государственного руля станет наш брат, общественный деятель. И все, что не сделали земля и воля, революционеры и марксисты, сделает война. Да-с. Честь имею. Я не могу так жить. Не могу. Надо что-то делать. А что? Не знаю. Кать, ну, хочешь, давай работать в госпитале вместе. Нет, Даша, я боюсь крови, страданий. Я не готова. Может быть, потом, позже. Ну, хорошо, как скажешь. Не сердись на меня, пожалуйста. Бог с тобой, Катя. Я тебя люблю и приму любое твое решение. Здравствуйте. Здравствуйте, барышня. Мне нужен поручик Головин Алексей Нилович. Головин? Головин. В
Второй этаж, офицерская палата. Спасибо. Смел подумать, что ты мне не нужен. Я сходила с ума. Я не знала, как мне жить. Я уеду отсюда только вместе с тобой. Ты понимаешь это? Черта не тяну, сковородки нет, да и сам я грешник. Ручку скобаник всего лишь. Прапорщик Телегин. Приветствую вас, прапорщик. В бараке под пышным названием «Гнилая яма». Что это значит? Здесь, понимаете ли, содержат мерзавцев, склонных к побегу. Это мы с вами и еще 5 человек. О, кресты, ограда, дальше турфяные болота. Выхода отсюда нет. Только могила. Выход всегда есть. Я бежал уже 3 раза. Я 1 раз. И еще побегу. Не знаю, может быть, я сумасшедшая, но я все время к себе представляю, что она его нашла, признается ему в любви, и он ее обнимает. Ну вот зачем ты себя изводишь? Да затем, что я здесь. Я здесь, а Лиза там. И уже даже за это Иван Ильич, если он жив, вправе быть ей благодарен. Если бы любовь рождалась из благодарности, как бы я любила Николая Ивановича, но я его не люблю, хотя по гроб жизни благодарна. Вот какая штука. Дуреха. Что, опять тут просидишь всю ночь? Да. Зачем? Это моя работа, сидеть рядом с больными. Тебя 2-й раз прооперировали. Вот оно что. Я думал, ты влюбилась в меня. Нет. Инвалиды тебе не в радости. Дело не в этом. Выходи за меня замуж. Нет. А тебя кто-нибудь когда-нибудь звал замуж? Никто и никогда. Правильно. Потому что ты некрасивая. Знала об этом? Знала, знала. Если бы я не был бы инвалидом, мне бы в голову не пришла бы мысль
женится на тебе. Понимаешь? Понимаю. Ну так какой ответ? Нет. Все надеюсь встретить своего Ивана Ильича. Уже не надеюсь. Ты его не видел, ничего о нем не слышал. Был человек, нет. Ну так в чем же дело-то? Люблю я его. Все, давай, зови папа. Обвенчаемся с тобой. Иди-ка сюда. Не хочу я за тебя замуж. Иди сюда. Напрасного. Письма отсюда не ходят. Мое дойдет. День добрый. Воевать уезжаю. Вот ведь и до меня добрались. Не воевать, а в Красный Крест. Да, опасность, конечно, меньше. А мне, впрочем, все равно. Убьют, не убьют. Даш. Алексей Алексеевич! Простите меня. Да я хотела вас спросить прощения, Дарья Дмитриевна. Все забыто. Прощайте. Вот ради этого вы меня догнали? Да. Мне вас жалко. Благодарю за жалость. Вы либо святая Дарья Дмитриевна, либо дура. Это как вам будет угодно.
Вы адская мука, посланная мне заживо. Странно, что я грязила от бессона. Даже была в него влюблена. А мне другое странно, что я вообще когда-то могла быть влюблена. Сейчас это уже невозможно. Моя душа как будто сжалась в кулачок. Это старость. Немного до колючки осталось. Рыть тяжело, зато уходить будет легко. Скорее бы уже все кончилось. Мочи нет. Дня два-три работа осталась. Слаб я совсем. С такой-то едой ноги протянуть недолго. Месяц собираю. Побежим. Знаешь, как еда пригодится. Ну, брат, и воля у тебя. Какая там воля? Я жить хочу. Я жену хочу увидеть. Все, все. Телегин, ложитесь. Романников, скоро рассвет. Охрана. Я полагаю, что Вадим Петрович, как человек, только что вернувшийся с фронта, расскажет нам, каким образом может окончиться эта война. Ой, да хоть каким. Хоть проиграть ее уже. Повышаю. Что значит проиграть? Сдаться? Ну, что тут такого? Не каждую войну можно выиграть. Нет, нет, господа, я полагаю, что нас может спасти только революция. Нет, 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 свержение режима ничего не решит. Если война будет проиграна, слетится воронье. Или клюет ослабевшую Россию. Девочки, вот знакомьтесь, честь имею рекомендовать. Вадим Петрович Рощин, только что с фронта. А Катерина Дмитриевна, моя жена. Дарья Дмитриевна, свояченица. Я очень устала. Пойду, пожалуй, к себе. Простите, пожалуйста, господа. Прошу меня тоже извините. Продолжим, господа. Да. Я поддержал. Катя, ну что с тобой, а? Я не знаю. Hausstieg! Hallo, Stein! Komm nicht so laut! Wichser! Ich will keinen Ton hören. Scheint nichts zu sein. Das soll schon sein. Weiß nicht.
Ausbruchsversuch! Alarm in der Zelle 4! Los, hierher, hierher! Los, rüber, kommt rüber! Ausbruchsversuch! Was ist los? Genau. Варина, вам телеграмма. Катюша! Катюша! Мою деятельность наконец оценили! Aufstehen! In einer Reihe aufstehen! Schneller! Мне обнаружить я подкоп. Говорите, кто это сделал? Das ist der Anstifter. Ты есть подстрекател. Я русский офицер. Halt's Maul. Er will nicht erkannt werden. Это была моя идея. Неправда. Это затеял я. Это придумал я. Нет, это был я. Это я. Alles klar. Vermieten das Gelände, vermieten den Tunnel und holen Sie mir den Wagen. Sofort. Решили заминировать. Все кончено. Пары брюк мне вполне хватит. А что? Так, жилет. Благодарю тебя. А что здесь происходит? Вот, Дашенька, убываю в действующую армию. Николай назначен комиссаром Западного фронта. Ты в армии? Как же это? Это мой долг. Катюш, пижаму забыли положить. Николай, пижама на фронте? Ну, а в чем же мне спать, по-твоему? Я принесу. Благодарю тебя. Вот таким вот образом. Schweigen! Schweigen, Herr Hunde! Wer kein Wort hört. Das Land muss vermint werden, dass ihr nicht übrig bleibt, dass das Ding in die Luft geht. Как это по-немецки, не засыпать подкопы, даже не расстрелять нас, а вот так заминировать путь на свободу. Должен быть другой путь. Какой? Пока не знаю, но он должен быть. Вот так вот распоряжается нами судьба и время. Я еду на фронт. Дашенька служит в госпитале. Ну что ж, в добрый путь. Ты забыл добавить, что только я не занята делом. Ну что ты, милая, что ты? Я даже не думал. Вы все теперь такие важные сделались. Трудитесь на победу, патриоты. А вот скажите мне, скажите, зачем вообще мы ввязались в эту войну? Зачем гибнут люди? Кать. Для чего пропал твой жених? Для какой такой великой цели? На нас же никто не нападал. Катенька, таковы интересы государства. Вот именно. Государство. Не твои, не мои, не Дашины. Убейте меня, я этого не понимаю. Ну, ты женщина, тебе нелегко это понять. Отлично. Мужчины затевают войны, а женщинам об этом лучше не рассуждать. Ну, что от меня-то что хочешь? Я, что ли, развязал эту войну? Ну, ради бога, ну прекратите вы ругаться. Мы не ругаемся, Даша. Я просто говорю, что эта война должна, наконец, закончиться. Войну легче развязать, чем закончить. Войну просто закончить! Перестать воевать и все! Уйти с поля боя! Бросить оружие! Тот, кто уйдет с поля боя, будет предатель и дезертир. Я не понимаю, к чему все эти жертвы. Кому они нужны? Почему твоя страстность проявляется только в спорах? Она была бы гораздо уместнее в постели. Ну что ж, мне в самом деле... пора.
портфель, Катюша. Ну, девочки, счастливо оставаться. До свидания. Да, Катюш, сегодня вечером должен Рощин зайти за документами. Ты отдай их ему, душенька. Я пакет оставил в кабинете. Хорошо. Ну все. Храни вас Господь. Поедемте, голубчик. Может, оно и к лучшему, что Николай уехал. Ну, возможно, и к лучшему. Марфуша, кто меня спрашивал? Екатерина Дмитриевна, простите, что так поздно вас потревожил. Я, собственно, к Николаю Ивановичу, но мне сказали, что он уехал. Да, срочная командировка на фронт. Вот, вот. Пакет, который Николай Иванович оставил для вас. Спасибо огромное, Екатерина Дмитриевна. Какие вести с фронта? Мы увезли в Галиции. Что же делать? Биться до последнего. Да, это ужасно. Да, это ужасно. Хотите чаю? Нет-нет, благодарю. У меня еще дела. Да, конечно, я понимаю. Вы заходите к нам в гости запросто. Мы будем очень рады. Еще раз благодарю. Лошадка-то устала совсем. Все устали. Эта дорога никогда не кончится. А вы до войны кем служили? Я поэт. Не хотите говорить, не надо. Вижу, вы к этой жизни не очень приспособлены. Тяжко вам будет на войне. Но мне и до войны было тяжко. После войны будет так же. Если доживу, конечно. Бомблен обоз Красного Креста. Ни одного выжившего в этом обозе служил Алексей Бессонов.